Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, ведь у меня много классных рецептов. Сегодня у нас очень необычный рецепт, потому что мы с вами будем делать дынное молоко. Говорят, это молоко очень полезное, его можно пить просто так или добавлять в смузи, какие-то десерты или даже в кофе. Нам понадобится дыня, точнее ее семечки, мед и обычная питьевая вода. Мы с вами берем дыню, хорошенько ее моем, чтобы у нас грязь с кожуры не попала на мякоть, разрезаем на половинки и вынимаем семечки. И, кстати, обратите внимание, что вот эту вот мякоть, которая здесь в серединке, мы вынимаем вместе с семечкой. Если у нас будет в блюде немножко мякоти, ничего страшного, даже вкуснее. Теперь саму дыню мы убираем в сторону, она нам не понадобится. Ее можно съесть просто так или использовать для какого-то другого рецепта. А дынные семечки мы с вами складываем в блендер. Теперь накрываем блендер крышкой и пробиваем семечки до состояния пюре. Пока что ничего больше не добавляем. Посмотрите, какое молочко у нас получилось. Косточки практически измельчились в кашицу. И теперь сюда мы добавляем мед и немножечко воды, для того, чтобы молоко стало более жидким, и его можно было бы потом процедить через сито. Потому что если смесь очень густая, процедить ее будет сложно. Мед добавляем по вкусу. Здесь нет какого-то точного количества меда. Вот насколько хотите подсластить, только и добавляйте. И теперь снова пробиваем все это в блендере, уже все ингредиенты вместе. Теперь нам остается наше дынное молоко протереть через сито, либо можно воспользоваться марлей, как вам удобнее. Посмотрите, какое прекрасное дынное молоко у нас получилось. Если честно, даже не верится, что из обычных семечек, которые мы всегда выкидываем, можно сделать вот такое прекрасное молоко. Давайте попробуем, что получилось у нас в итоге. Очень вкусно. Прям молоко и прям со вкусом дыни. Вот это очень необычно. Похоже, конечно, на дынную мякоть по вкусу. Но вкусно. Главное, здесь очень много витаминов, и этот продукт очень универсальный. Я, кстати, помню, как в одном баре подавали коктейль с дынным молоком, и мне кажется, что делали они его именно этим способом. Поэтому берите на заметку, те, кто любит коктейли, пейте с таким молочком кофе, делайте просто на завтрак, и я уверена, что вам очень понравится. Обязательно поставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что вы думаете про этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и не теряйте классные блюда. Пока!